трехкомнатная квартира, такой у нас коридор, здесь стоит у нас холодильник, шкаф с зеркалом, можно раздеться. Двери у нас красивые, деревянные, массив дерева. Давайте начнем просмотр санузла. Унитаз, раковина, стиральная машинка здесь есть и ванна. Также у нас стоит бойлер на 50 литров. Заходим мы в кухню. Кухня у нас раковина, газовая плита и все шкафы. Вытяжка. Сделан у нас тут большая лоджия. Свет не проведен. Но много окон, поэтому днем тут очень светло. Здесь у нас стоит шкаф, турник. Сейчас у нас уже 7 часов. И вот такой у нас на первом этаже. Так все выглядит красиво. Пройдемте дальше. Проходная. Вторая комната. Здесь у нас большой диван стоит, двухместный, и шкаф. Также есть окно. Везде пластиковые окна. И пойдемте в последнюю комнату. Третью. Здесь у нас, кстати, кладовка. Как от застройщика была, так и осталось. Даже двери не меняли. Здесь еще один шкаф большой. И комната такая более вытянутая. Вот решетка здесь. Поменяли полностью все трубы, канализация, отопление. Светлая, уютная. Везде лежит линолеум.